Следующий уровень под названием Creeper Gorge. Значит, остался этот, потом Sky Citadel и Lyric Slayer. Все, три уровня осталось. Этот еще два. Отлично. Хорошо. Пройдем сейчас. Так, монетки, монетки, монетки. Мне почему-то приятнее называть их монетками. Привычнее. Это какие-то кольца. Монетки прикольнее как-то. Какое-то место непонятное, мрачное какое-то. Ой-ой-ой. Прыжок. Прыжок. Так, соберем. Собрали. И катсцена. А, не, даже не катсцена, это сейчас только загрузка будет. Доброе утро, Виндер. Good morning. Good morning. Как думаешь, мы за 2 часа пройдем игру? Я даже думаю, что быстрее. 3 уровня осталось. Если каждый уровень по 30 минут, 1,5 часа. Я не думаю, что там долгие уровни. Так, куда нам? Так, что это? Что это было? Так, наверх. А они все вместе или мы тоже? Почему мы не все вместе, а Наклз только здесь? Почему так? Разделились мы. Типа те еще не вернулись, что ли? Или что? Так, я что-то не понимаю. Сложный уровень, кстати. Много шипов, я смотрю, каких-то. Вот как этого перепрыгнуть? А, надо ждать просто. Окей, теперь я знаю. Просто ждать надо. Ну, я такие посложнее игры с Соника проходил. Sonic Unleashed я проходил. Там намного сложнее. Поэтому для меня вот все места, это все легкотня. Вот Sonic Unleashed, это самый сложный Соник вообще, наверное, в мире. Я его, наверное, 3 или 4 дня сидел, играл, проходил. Это очень, очень долго было, мучительно. Так, это вниз нам надо? Так. Так, а теперь что, туда я запрыгну? Да. Что-то непонятное здесь творится, честно говоря. Какая-то локация непонятная. Крипово. Но зато врагов нету. Вот я люблю, когда нет врагов. Прыгаешь там. Это нормально. Так, а куда нам? А, туда, что ли? Куда-то сюда, походу. Я так и не понял, куда, честно говоря. Зачем я сюда запрыгнул? Наверное, надо вот туда. Ой, что это было? Текстуры просто пропадают. Так, теперь туда. Прыгаем. Прыгаем. А вот враги появились. Куда же без них? А, нет, уже их нету. Прикольно. Мне нравится этот уровень уже. Очень быстренько можем пройти его. Пим. 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 Так, 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 так. This is what speed looks like. Danger above. Ой. Never in doubt. Так, сохранение, хорошо. На-на-на-на-на. Сюда. Так, открыли мы тут. Поехали. Уровень большой, но я чувствую, он быстрый какой-то. Потому что движок игры не позволяет делать большие уровни, прям огромные.
А мы уже столько прошли здесь. Так, как мы этого убивать будем? А, никак. Надо его просто уничтожить. А где враг делся тот? Так, и как нам? А, Наклз наверх должен залезть. Когда мы его переключаем. Лезть наверх, нам надо что-то тут сделать. А, здесь можно, наверное, и просто пройти, я так понимаю. Да, тут вот проход есть. А, это секретка была. Наклз должен быть супер крутым, он же такой, типа, мощный чувак. Но что-то в игре он какой-то как обычный. Как Соник, такой же урон наносит. Даже меньше, даже кажется. Ой, это лабиринт какой-то пошел у нас, смотрите. Ой. Но выглядит прикольно, красиво. Так, аккуратненько. Так, тут камень надо разбить. Так. А прыгать же здесь еще нельзя, что ли, это все перепрыгивать? Да, он, кстати, как бы не прыгает, смотрите на него. Типа разучился прыгать. Специально так сделали. Так, наверх. А, здесь разбиваем. Ой. Сюда не надо было, наверное, даже. На вниз, что ли? Так, сюда. Оп-оп-оп. Хорошо. Дальше что? Кнопка какая-то. Что за кнопка? А, кнопка-то прилетели мы куда-то. Ну, не кнопка, а прыжок. Джампап. А можно лететь, кстати. Чё я тут? А чё, лететь нельзя? Реально нельзя было лететь, походу. Пока всех не добьешь. А я думал прыгнуть и полететь дальше. А видите, сразу активировалось. Теперь можно лететь. Защита от халявы. Собираем все. Здесь реально уровень должен быть короткий. Мы уже сколько пролетели. Yes, perfect timing. Thank you, Plant King. Please don't start with the psychic stuff. Sonic, you fear what you don't understand. Ой-ой-ой. Let's just keep going. Так, сундучки-то пооткрываю. Жалко, я не на PlayStation играю. На PlayStation там трофеи бы открывал я. Или на Xbox достижения. А на Nintendo Wii U ничего такого нету. Нету достижений. А, блин, что я хочу сделать? Я ж не Соник. А Соник здесь остался. Ну, блин, второй раз проходить. Так, дорогу Сонику. Блин, это все? Все, что я сделал? Так, это босс? Что он там стоит-то? Так, это что такое? Можем кинуть? Забирай щит. А, этого нельзя. Вот этого надо. Бум-бум-бум. Кстати, я так понимаю, что можно не убивать его, смотрите. Там кнопка есть, ну-ка. Нажми на кнопку, Соник. Ну, Соник, что ты там разлёгся? Там вон кнопка есть. А, нельзя почему-то. Она появляется, но нажать нельзя. Пока не убьешь босса. Ой, босс упал. Все, нам засчитали, что он умер. Так, кнопка появилась. Кнопку нажимаем. Как нам туда попасть? Что-то опустилось, да? О, там это, Эми. Теперь будем за Эми играть с Тейлсом. Отлично. Только я предпочитаю, конечно, Эми. Так что давайте за Эми. Ой, ой. Ой. Things are dangerous. Be careful.
Так. Ой. Что происходит? Ой. Успел. Ой. Че, я умер, что ли? Я погиб. Заново. А как я здоровье только что потерял? Вроде меня никто не атаковал. Но я что-то умер. Так, ну это мы уже все проходили. Я где-то умер просто. Так, ну тут посложнее все-таки вот этот немножко. Тема вся. Так, куда это мы прибежали-то? Катсценка. Это что, этот босс? Прямо сейчас? Я чуть не уверен. Мне кажется, это последний или предпоследний босс должен быть. А это у нас доктор Эйгман. Может, мы с ним будем, с роботом этим драться? Фигаров, привет. Да, походу с роботом. А, они друг против друга? А нет, этот просто ушел, а мы против Эггмана. По-любому. Ну, значит, это концовочка уже, что ли? Последний босс? А, это уже босс, что ли? Так, куда кидать-то? Ракеты. Смотрите, я могу ракеты брать к себе. Я хотел бы на него как-то наводить, но, по-моему, здесь нету битвы с боссом, я так понимаю. Я не могу на него запустить. Мне ворота вот эти надо открыть. А, может быть, таким образом я открою ворота. Во-во, теперь я понял. Мы ракеты сейчас будем? Да-да, ломаются они. Все, сломали. Так, Эмми. Куда Эмми должна тут лезть? Так, тут куда-то... Прыгай. Прыгай. Давайте сломаем, что здесь... Куда дальше? Прыжок. Сколько тут колец? Так, что дальше? Наверх или куда? Ага, сюда. Страшные игры играешь. Ну, не особо они страшные. Они, может, страшно неинтересные? Тогда да. Так, все, назад дороги нет. И будем сейчас сражаться. Что за босс? Не знаю. Может, это даже не босс, это обычный чувак какой-то. Таких мы уже много раз видели. Что они разные бывают. Особо разницы я не вижу, но... Наверное, есть какая-то разница. А может быть, его надо вот так лучом убивать, а? Нет? Его Тейлсом, наверное, сдалека стрелять надо. У него же там есть выстрелы. А, ну все. Уничтожен он. Поехали дальше. Здесь можно налево. Не знаю зачем, но мы налево теперь. Так, а куда нам надо было? Может, я не туда прыгнул?
А, ну мы можем вернуться. Все дороги ведут сюда, вот, и сохранение здесь. Так, там будет, наверное, битва с боссом. Возьмем немножко здоровья себе. Так, что-то корону нашли, кстати. Оказывается, они теперь и внутри попадаются. Так, что ж тут у нас? Ой-ой-ой, тут нельзя наступать. Поэтому такие вот на земле места отображаются. Так, то есть аккуратненько надо. Пум-пум-пум-пум-пум. Давай, Эмми. Ненавижу Эмми, неудобно атаковать. Может, Тейлс? Смотрите, Тейлс стоит просто что-то. Ну, робота иногда поставит. Он, видите, поставил что-то там. Но все равно у него урон какой-то никакой. Потому что у помощников меньше урон, чем у тебя. Что нам надо сделать здесь, я даже не знаю. А вот кнопку нашел, хорошо. Так, нажали, что-то произошло там. Там, я вижу, Тейлс нужен будет. Давайте Тейлса сразу. А, надо потянуть вначале здесь. Нет, Тейлс ничего так, смотрите, он стреляет. Отходить не надо даже. Неплохо стреляет. Так, все, тянем. Тянем, тянем, тянем. Сейчас мы отсюда будем стартовать вверх. Только я не понял, как туда Тейлс может запрыгнуть, я вот не понял. Как сюда запрыгнуть Тейлсу? Или без разницы, кто это? Или он сам запрыгнет? Ну-ка. Он запрыгнет? А, вон там кнопка еще какая-то, ну-ка. Что-то нажал. Ага. А вот Тейлсу надо сюда бежать, потому что тут... Тут он сможет попасть туда. А там я не знаю, зачем я это пациенту поставил. А, это на будущее Тейлсу, наверное. А, так тут еще что-то надо передвинуть. Шо? Так, и что дальше? Тут все равно только Энни может сюда попадать. Здесь, наверное, какая-то загадка или что? Какая-то кнопка еще там есть. Что я не понимаю ничего. Зачем здесь... А, уже наверх может. Так, и что дальше? Он все равно не прыгает по этим штукам. Может, она тоже вверх может? А, ну так она будет прыгать по этим. Все понятно. А зачем только это сделано, я не знаю, платформа. Ну ладно. Разобрались. Так, раз, два, три, прыгай. Блин, не допрыгнула, прикольно. Как так? А, еще какая-то платформа. Вот я о чем я говорю, что-то здесь еще будет. Ой, по голове ударило. Так, еще у нас здесь. Давай. А, он просто будет лететь с одной на другую. Я понял. Все, Тейлс, давай. Пора работать. Я думаю, это все, больше не будет. Никаких фиговин. Так, вот мы летим. Летим дальше. Летим сюда. А вот отсюда куда? Что-то я пока не вижу, честно говоря. Ага, вот сюда. Окей. Полетели. Ну, тут можно и Эмми тоже можно было пройти, так что... Особо разницы нету. Тут как бы на двоих игроков рассчитано, поэтому каждый может пройти. Так, этот будет сейчас стрелять по нам. Надо уворачиваться.
didn't see this coming, did you? Так, надо ровно лететь, чтобы видно было. Хорошо. Все, мы на месте, давай заем это. Ой. Что творится здесь? Так, подожди. Блин, ничего не понимаю, что происходит. Просто мясо какое-то. Там еще этот стреляет. Может, в него надо... А, ракеты снова летят. Ну-ка. Можно в него ракеты теперь кидать? Блин, чуть не могу кидать ракеты. Попробуем еще раз. А может, не ракеты надо кидать? А вот этих? Нет. Кто еще выжил? А, ракеты падают, их можно подбирать. Время дается. Я все равно не понял, как в него запустить ракету. А, надо было опору какую-то сломать слева. Вот и все. Не надо было убивать. Так. Ничего себе уровень большой какой. Я-то думал, все, сейчас закончится. Но нет. Еще дальше бежим. А вот и, видимо, босс сейчас будет. Я видел, там какая-то площадка, типа арены какой-то. Хотя нет, мы вроде ее уже пробежали. Я сейчас вернемся, наверное. Вот и арена. Ну что, доктор Эггман? Я не думаю, что он сложный будет. Я не думаю, что это мега-стратегия какая-то нужна. Ракеты, наверное, на него надо будет. Я не знаю. Сейчас увидим. Упс. Так, ну кидай, кидай. Ага. Первая тема — прыжок. Что-то много ракет, что-то, мне кажется. Ну да, ракеты надо в него. Ракеты он кидает, но они не взрываются, мне дают время. Только надо не сразу... подождать, пока он их кидает, а потом... О, все, первая фаза закончена. Так. Неужели так быстро победил я его? Я не верю просто. Эггман самый легкий босс в игре. Ну, это первая фаза, я думаю, сейчас он дальше пойдет. Не все так легко. Да, это первая фаза. Окей, сейчас будет посложнее. Так, отойдем. Так. Что происходит? Он что-то кидает. Но... А, он призвал этих чуваков еще. Ой, сколько тут всех. Ой-ой-ой. Я не знаю, что происходит. Меня просто зажали где-то.
Ну, кидай ракеты свои, чувак. Сколько ракет валяется. Давай еще одну ракету. О, все, все, это вторая фаза сейчас будет. Блин, мне не дают. Все, сейчас подойдем. Так, вторая фаза закончена. И последняя, как всегда, третья. Как правило, всегда три фазы здесь. Во многих играх так. Какие усы у него нормальные такие. Блин, ну вот начало, конечно, не очень. Мы начинаем под ним, сразу здоровье теряем. Так, он кидает ракеты свои. Вот они летят, 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 летят. Да, он потом огонь еще свой кидает. Еще какие-то штуки. Так, третья ракета. Четвертая ракета. Все, четыре ракеты в него пустил. Надо ждать еще. А, все. Этого было достаточно. Может, я пятую еще выпустил, я не знаю. Но должно быть все, я так понимаю. Неужели еще одна фаза? Не, походу все сломалось, да? Все, да. Так, и кристалл почему-то у него был. Кристалл 7 из 8. Все, осталось 2 уровня. Последний уровень на кристалл и финалка. Сейчас мы посмотрим, как называется следующий уровень у нас.